Расследованием установлено, что ряд обвиняемых осенью 2018 года с целью совершения мошеннических действий в отношении граждан, оставлявших заявки в интернет-магазине на приобретение различных товаров народного потребления, открыли склад и организовали деятельность двух колл-центров, располагавшихся в Москве и в городе Ртищево Саратовской области. Клиенты оставляли заявки на приобретение товаров по привлекательным ценам на сайтах-однодневках, которые создавали участники организованной группы. Заказы оформлялись через колл-центры, а упаковка и отправка посылок осуществлялась на складе. Для придания веса и объема посылкам злоумышленники помещали в коробки куски хозяйственного мыла и картона. За редким исключением клиент получал заказанный товар, но ненадлежащего качества и не соответствующий изначально заявленным на сайте требованиям. Распаковать посылку потерпевшие могли лишь после оплаты, поэтому шансов распознать обман у них практически не было. Так, по данным следствия, в период с осени 2018 года по май 2020 организованная группа, состоявшая из 39 участников, на территории города Москвы и Ртищево приняла и оформила заказы, упаковав и отправив потерпевшим из 38 регионов Российской Федерации 225 несоответствовавших заказам посылок, причинив им ущерб на сумму около 1 миллиона рублей. Фигуранты были задержаны сотрудниками ГУР МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Саратовской области и Росгвардии. В настоящее время им предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях в соответствии со статьями 210 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тищевский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.